На мне сегодня очень крутой комбез. Он из плотного хлопка или льна. Я, если честно, плохо различаю, но это что-то очень плотное, натуральное и приятное в любом случае. Также моя вездесущая сумочка Michael Kors. Как я и говорила, самые универсальные, это, наверное, серые и голубые. И у нас какая-то непонятная погода, поэтому на мне такой прикольный обычный кардиганчик. Это смесь хлопка с чем-то. Летом очень комфортно в нем. Из аксессуаров моя любимая и, в общем-то, единственная шляпа соломенная. И на ногах белая эспадрилья. Единственное, что мне не нравится у этого комбеза, это то, что у него сзади две молнии, и их очень неудобно самостоятельно застегивать. Сейчас очень красивое летящее платье, приглушенное изумрудного оттенка. Для контраста объемов у меня здесь блейзер белый. Платье также такое большое декольте. И у меня есть очень подходящий аксессуар, очень красивый, я его просто обожаю. Чтобы образ не получился слишком нарядным, слишком официальным, я взяла вот такую сумочку плетеную. Она за счет своего вот этого материала немного упрощает весь образ в целом. И на ногах у меня просто базовые бежевые лодочки, хотя это могли быть и кроссовки. На мне сегодня вот такой простецкий топ белый. Далее моя любимая джинсовка Levi's. Это, как рассказывала, мужская эсочка. Юбка из очень плотного, прикольного льна. У нее очень необычная фактура. Тоже потом снимем, покажу. На ногах просто базовые мои любимые конверсы. Обувь, которая подходит ко всему. И круглая плетеная сумочка с китайского сайта. Очень, кстати, хорошо прижилась в гардеробе. Мне очень нравится, как она в большинство образов тоже вписывается. У нас, короче, после многодневной 35-градусной жары пришел просто какой-то дубак. И с точки зрения Саши, меня это, конечно, очень огорчает, потому что я люблю жару, я люблю солнышко. А вот с точки зрения моды это очень круто. Можно как раз-таки носить все те самые сочетания а-ля босоножки с шубой. Само собой утрирую. Итак, на мне сегодня вот такой тренч прикольный. Наверное, скрипит противно, но ладно. У меня из идентичного материала есть юбка из Страдивариуса. Если вы меня смотрите, то, наверное, ее вспомните. Этот лаковый тренч из какого-то магазина с AliExpress. Я оставлю все ссылки внизу. Под ним у меня футболка вот такого вкусного цвета варенья. Похоже на цвет варенья? Неважно. На ногах у меня сегодня 501 Levi's, мои любимые. И черные классические замшевые лодочки из Zara. Кстати, многие спрашивают, удобные ли лодочки из Zara, потому что я довольно часто их показываю. Так вот, если честно, то нет. Из аксессуаров у меня вот такая структурированная серая универсальная сумочка. Тоже недавно показывала. И мои любимые очки. Многие спрашивают, опять же, откуда они. Это Max & Co. Оправа. Я покупала в роскошном зрении у нас. Вот, еще классная вариация подобного образа была бы, если бы, например, надеть просто классический тренч бежевый и взять соломенную сумку, например, ту круглую мою, тоже было бы очень здорово. Сегодня совсем по-простому, на мне миди-платье из льняного фактурного материала, я такую же юбку вроде бы уже показывала. Очень классная ткань. Я сюда добавила очень простые босоножки бежевые с красивыми кисточками, ну, цепочка Asos с глазиком, круглая плетеная сумка, и так как в образах с платьями мне зачастую не нравится то, что они такие получаются очень простецкие, что ли, я решила хоть что-то интересное добавить сюда, поэтому взяла вот такой платочек Страдивариуса. Мне кажется, классно смотрится и с платьем, и с сумкой. Ну и плюс, как дополнение, у меня сегодня еще коричневые очки вот такие. Они вроде бы из Asos.
сейчас базовая белая мужская футболка из пломбир, по-моему. Также базовые клетчатые брючки. Мне очень нравится, как они дополняют простые образы, простые вещи. За счет принта все смотрится всегда более интересно. Также базовая маленькая серая сумочка. Мои любимые Adidas Stan Smith. Как видите, все такое очень нейтральное. Ну и яркий акцент. Вот такая джинсовка красная. Хотя могла бы здесь просто быть синяя, но захотелось чего-то поинтереснее сегодня.